Всем привет, с вами Влад Чижов, и в рамках уже традиционных прямых эфиров «Дело на одну сигару» сегодня поговорим о домашнем насилии. Обратите внимание, сигару я выбрал суровую, не быструю, потому что тема сегодняшнего разговора очень сложная и неоднозначная. Сейчас я подготовлю сигару и соберу свои мысли в кучу для того, чтобы как-то начать обсуждение этого непростого вопроса. Пока я грею сигару, надеюсь, что народ соберется, и мне по 10 раз не придется переговаривать свои слова. Ну что, еще раз всем привет, вновь прибывшим. Тема сегодняшнего прямого эфира – домашнее насилие. Давайте так. Начну я с того, что я обозначу свою точку зрения на домашнее насилие. Я не приемлю, когда мужчины говорят, что женщина сама виновата, что женщина что-то в этой жизни делает не так, и поэтому он ее ударил, что все могло быть иначе, если бы женщина была умной. Значит, мое мнение такое. Если человек называет себя мужчиной, настоящим мужчиной, то всю ответственность он должен брать на себя. Если он связался с женщиной, которая не стоит его внимания, которая не оправдала его надежд, то он, как человек, который несет ответственность, должен с этой женщиной расстаться. Не избивать ее, не истязать, не пытаться манипулировать ей то, что блокируются карты, психологически оказывается давление, а просто расстаться. И при этом поступить как настоящий мужчина, взять на содержание детей и отчасти взять на содержание женщину, ведь он же несет за нее ответственность. Поэтому все эти разговоры про то, что очень часто женщины являются провокаторами, я не приемлю. Мужчина не имеет права поднимать руку на женщину. Не имеет. Вот моя такая точка зрения. Возможно, после этих слов половина мужского населения моего паблика просто отвалится. Ну и что теперь делать? По крайней мере, вы теперь знаете о том, что я думаю об этом. Что если мужчина настоящий, он за все должен брать ответственность на себя. Даже за неудачные браки. Поэтому поднимать руку на женщин нельзя. А теперь хочу поговорить вот о чем. Пришло огромное просто количество вопросов, которые вы хотите обсудить в рамках прямого эфира. Скажу сразу, это невозможно. Это невозможно, но я решил сделать вот что. Значит, я отобрал порядка 20 ключевых вопросов, которые нахожу очень важными, полезными с точки зрения применения на практике. И мы сделаем вот как. Чтобы не заниматься словоблудием и прочей ерундой, с этими вопросами я обращусь к юристам, и не просто к юристам, я обращусь к одному из представителей прокуратуры. Я обращусь к человеку, который работает в органах внутренних дел, даже не к одному. То есть я поговорю и с опером, и с участковым, и со следователем. И каждый из них даст свое какое-то замечание по тому или иному вопросу. И все ответы на ваши вопросы я в виде памятки размещу у себя на сайте vladchizhov.ru. Размещу у себя в паблике, и у нас есть еще один партнерский паблик. После прямого эфира я укажу ссылку. Там женщины могут получить психологическую помощь. И, кстати, отчасти сегодняшняя аудитория прямого эфира пришла с этого паблика. Итак, начнем с простого. Что же есть домашнее насилие? Ну, на первый взгляд, это побои. На первый взгляд, это побои, это истязание, это когда муж ведет себя как тиран, это избиение, это психологическое давление. Но это только вершина айсберга. На самом деле, психологическое давление, если мы начинаем погружаться под ватерлинию, начинается именно с психологического давления. Что такое
психологическое давление. Манипуляция. Манипуляция и самоутверждение. Мужчина самоутверждается за счет женщины. Всякое бывает, не состоялся человек в жизни, не может взять за это ответственность, он начинает на женщине самоутверждаться. А вот эти, скажем так, варианты самоутверждения могут быть самые разные. Бывает такое, что это балбес, вот конченый прыщавый идиот, который в жизни не работал никогда и тяжелее собственного члена в руках ничего не держал. Он лежит на диване, смотрит телевизор, не так ему подали суп, пиво вовремя не принесли. При этом ни рубля в семейный бюджет этот человек не принес. И если женщина как-то там его надежд не оправдала, он начинает ее избивать. Это, наверное, самый простой и самый распространенный абьюзер. Есть абьюзеры более сложные. Представьте, что он работает. Он нормальный гражданин. На первый взгляд не скажешь, что этот человек тиран. Он работает, приносит деньги в семью и хочет, чтобы все было по его установленной схеме. И если женщина влево-вправо начинает, грубо говоря, отходить от его ожиданий, начинается манипуляция, угрозы, психологическое давление. А есть еще такие, которые начинают лазить по телефонам, проявляют ревность, ревнуют каждому столбу, блокируют карты. Все это, вот на мой взгляд, это проявление психопатии. Человек вот психически ненормален. Мало того, что он не может называть себя мужчиной, потому что не готов взять ответственность за то, что он находится в паре с женщиной, которую он выбрал, так он еще и психопат. Психопат, который закомплексован собственными какими-то там мыслями, проверяя телефон, ревнуя женщину или там блокируя ей карты, делая ее жизнь невыносимой. Это тоже абьюзер. И с этим тоже нужно бороться. Теперь важный момент, хочу сказать вот какой. Реакция женщин на абьюз. Я не знаю логику правоохранительных органов, я не знаю логику депутатов, которые несколько лет назад решили декриминализировать статью о домашнем насилии. Возможно, отчасти. Это произошло вот по какой причине. Женщины, испытав домашнее насилие, испытав побои, шли в полицию писать заявление. А потом, после примирения дома, забирали заявление. Наверное, после этого, когда тысячи заявлений были написаны и тысячи были отозваны, наверное, правоохранительная система решила, что надо декриминализировать этот закон. Результат за последние несколько лет налицо. 40 тысяч женщин ежедневно испытывают домашнее насилие. 40 тысяч женщин ежедневно. Представляете? Это 16 миллионов женщин в год. 16 миллионов женщин в год. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. И только 70%, точнее так, и 70% продолжают это терпеть. Только 30% пишут заявление и пытаются защитить свою жизнь. Чаще всего в качестве мотивации у женщин выступает следующее. Ну, один раз, ну, ничего страшного, это не показатель. Я вам хочу ответить вот как. Если однажды в вашей жизни это случилось, рубите сразу. Рубите сразу, потому что лучше рубить такие отношения, чем потом вам отрубят руки. Как один не очень умный абьюзер сделал с девушкой в Серпухове. Просто взял и отрубил ей руки. Потому что он закомплексованный говнюк с маленьким членом, просто от ревности отрубил ей руки. Поэтому рубите такие отношения сразу. Второй момент. Я часто слышу о том, что «а как же я вот останусь без жилья? А как же я, как я буду жить, если я эти отношения буду прекращать?» А вы посмотрите на этот вопрос с другой стороны. Мертвым жилье не нужно. А как же я буду жить без денег? Мертвым деньги не нужны. Поэтому если ваш супруг, бойфренд
хоть признак подает того, что он абьюзер, однажды в вашей жизни случилось уже побои, или все идет к тому, что эти побои могут случиться, то есть абьюзер психологически вами манипулирует, постоянно перекрывает вам доступ к финансам, заставляет что-то делать, то, что ну, с вашей там, установкой на жизнь ну, никак не связано, манипулирует детьми, вам надо прекращать эти отношения. Прекращать. И чтобы не бояться, а как же так, как я останусь, как дети останутся без отца. Вы сразу меняете свой взгляд, вектор своего взгляда на очень простые формулы. Как я буду без дома, мертвым, жилье не нужно. Как я буду без денег, мертвым, деньги не нужны. Как дети останутся без отца, дети, которые видят, как отец издевается над матерью, это дети со сломанной психикой. Их жизнь уже в опасности. Поэтому меняйте свой вектор взгляда на эту проблему, и тогда принимать решение вам будет легче. Так что же делать в таких ситуациях? Вот что вообще происходит? То, что мы сейчас собрались на прямой эфир, я вам скажу вот что. Скорее всего, это первый шаг, он самый трудный. Первый шаг – начать обсуждать эту проблему, он самый трудный. Я вам скажу, что делаю я. Если вы меня поддержите в моих начинаниях, это будет очень здорово. Значит, ни для кого не секрет, что я занимаюсь общественной деятельностью. Я общаюсь со значимыми депутатами, я общаюсь с юристами, я общаюсь с другими общественными деятелями. И сейчас я веду работу, чтобы в Госдуму был внесен закон о криминализации домашнего насилия. Этот закон должен носить более современные рамки, более современные, более адаптированные к современной среде исполнения. Я сейчас кратенько расскажу. Во-первых, после первого же заявления, которое наступает ну, после побоев или угроз убийством, или угрозы жизни и здоровью, заявление отозвать будет нельзя. И по этому заявлению, как сейчас вот ходит проводить беседу участковые, этого ничего не будет. По заявлению должна быть проведена принудительная психолого-психиатрическая экспертиза обоих супругов или обоих сожителей для выявления, первое, психопата, опасного для окружающих, и второе, выявление женщины-жертвы, женщины, которая провоцирует психопата. И первое, и второе, это опасно, это угроза жизни. И вот принудительная психолого-психиатрическая экспертиза даст возможность государственной машине распорядиться чужими судьбами, если они сами не в состоянии этого сделать. Ну, как минимум, изолировать одного от другого, взять на заметку человека, который склонен к побоям, склонен к убийству. Как это делается? Все очень просто. Уже не секрет, что домашние аресты у нас осуществляются с помощью трекеров. То есть людям одевают браслеты, которые отслеживают их местонахождение. Соответственно, сделать нужно то же самое. То есть по суду идет запрет на приближение, и у обоих супругов или сожителей на руках находится, или на ногах находятся браслеты. И если человек нарушает дистанцию, там, допустим, запрет приближения на 100 метров, то вот это предупреждение сразу превращается в административную либо уголовную ответственность. То есть человека надо штрафовать на очень серьезные суммы. Это первая часть закона. А вторая часть закона – это возможность переложить ответственность, переложить финансовую ответственность на мужчину. То есть человек, который принял решение жить с женщиной, должен понимать, а он имеет для этого возможности? Он возможности для этого имеет? Он в состоянии, позаботиться о детях? Или все будем перекладывать на плечи государства? То есть я думаю, что при вот таком раскладе, у нас уменьшится количество браков. Но у нас уменьшится количество разводов, у нас уменьшится количество бытовых смертей на почве домашнего абьюза.
И у нас уменьшится количество детей со сломанной психикой, из которых тоже вырастают домашние абьюзеры или еще какие-нибудь не очень полезные для общества люди. Потому что вот откуда вообще взялся абьюз? Вот, на мой взгляд, я сейчас делюсь искренне своим мнением, откуда взялся абьюз. Абьюз – это проблема воспитания. Мужчины не стали другими, у нас не появились жабры там или хвост. Мы как были мужчинами, так и остались. Но только мужское воспитание, к сожалению, получает от силы 5-6% нашего населения. Это связано с тем, что во времена моего детства у нас были некие мужские комьюнити, да, то есть что такое, что для подростка мужской комьюнити? Во-первых, это дворовые банды, ну а что говорить, да, двор, улица, она многому учила в жизни, это раз. Второй — спортивные секции, раньше они были бесплатными, а тренера были не просто спортсменами, тренера были педагогами, и поэтому тренера обучали, рассказывали нам, как устроено, нам, мальчишкам, как устроена эта жизнь, как относиться к девочкам, к девушкам. Дальше у нас были стройотряды. Это тоже мужской комьюнити, где мы проходили определенную школу жизни, мы работали, мы помогали девушкам, мы учились уважению к женщине. Что происходит сейчас? Сейчас есть часть населения, которая проходит службу в рядах Советской Армии. И это, наверное, единственное мужское воспитание, которое часть нашего населения проходит. А это все, этого мало, этого мало. К сожалению, мы сейчас пожинаем плоды 90-х, начала 2000-х годов, когда гаджеты людям заменили улицу. Когда вместо того, чтобы общаться со сверстниками, люди торчат в интернете. Дети, подростки, они торчат в интернете. Не далее, как сегодня с утра, вот я прилетел сегодня ночью с командировки. И с утра смотрел телевизор, там включил новости. Моргенштерн, 10 миллионов подписчиков. Возрастной срез от 9 до 16 лет. 9-16 лет. Что они видят? Что они видят? На чем они воспитываются? А вы можете привести хоть одного популярного блогера, который учит детей, учит подростков, как стать нормальным человеком, как относиться к девушкам? Не как вот Моргенштерн относится к ним, как не то что к людям второго сорта, но вот он их называет сучки, вот, ну прям вот как домашнее животное. Ну это как? Если мы сейчас принимаем закон об оскорблении ветеранов, а не пора ли нам принять закон об оскорблении женщин? Может быть, уже настало время, когда мы должны людей ставить на место вот таким способом, когда люди публично просто унижают достоинство женщин. А самое ужасное то, что сами девочки получают очень плохое воспитание, раз они это принимают за норму. Понимаете, они живут по принципу, вот у меня есть вторичные половые признаки, вот они у меня выпуклые, и этого достаточно. Но именно так выбирают себе подругу пуделя. Вот есть вот мужчина-мужчина, а есть мужчина-пудель. У него есть сиси, есть, писи есть, есть. Достаточно. Настоящему мужчине этого мало. Надо еще и содержание. А сейчас, к сожалению, воспитание девочек тоже оставляет желать лучшего. Поэтому вот то, что я вам сейчас рассказал, я хочу подытожить. Работу определенную я веду. То есть я сейчас работаю с депутатами, с юристами, с общественными деятелями для того, чтобы изменить закон. То есть внести на рассмотрение Государственной Думы закон о криминализации домашнего насилия. Но при этом я хочу, чтобы этот закон носил современные, скажем так, объективно нужные и, скажем так, полезные функции. То есть это принудительная психолого-психиатрическая экспертиза обоих супругов на предмет выявления психопатов и жертв провокаторов. И возможность не приближаться друг к другу и иметь для этого технические средства. Второй момент – это
то, что я всерьез сейчас говорю о недостатках и пробелах в воспитании как мужчин, молодых мальчиков, подростков, так и женщин. С этим тоже что-то нужно делать. И я хочу, чтобы вы понимали, мое мнение, что во всем этом виноваты мужчины. Это люди, которые не в состоянии взять ответственность за неудачные браки, за неудачные отношения на себя. Во всем вина мужчины. Женщину обвинять, бить нельзя. Так что все вопросы, которые вы прислали мне за последнюю там неделю, значит, скажу так, я выбрал порядка 20 вопросов главных, чтобы не заниматься сейчас словоблудием. На все вопросы я с помощью юристов, с помощью работающих следователей, оперов и участковых, мы придем к какому-то, какому-то документу, назовем ее памятка, и я ее повешу у себя на сайте, и я повешу у себя ее в паблике, чтобы вы могли это прочитать и понимать, что вам делать, если вы оказались в такой ситуации. Так, теперь давайте посмотрим, что у вас тут в ленте. Мою маму бил отец, бил на убой, и мне, и мою сестру бил на убой. Ну вот что сказать, вопрос, ваша мама писала заявление в полицию? Наверное, нет. Наверное, стоит рассказать первичные шаги при том законодательстве, которое мы сейчас имеем. Какие же права имеет женщина сейчас? Если вы испытали домашнее насилие, конечно, не нужно думать о том, что это случайно. Это не случайно. Если домашнего насильника не остановить, его воздействие будет все сильнее и сильнее. Будет только хуже. Лучше не будет. Поэтому нужно писать заявление в полицию. Если заявление полицейский, участковый отказывается принимать, вам нужно проявить настойчивость. Вам нужно написать жалобу в прокуратуру. Вначале в районную, а потом можно и в городскую. Если уже факт побоев состоялся, вам необходимо, помимо заявления, еще в поликлинике снять эти побои, получить документ, справку о том, какие у вас имеются повреждения, и приложить к вашему заявлению, которое вы напишете в МВД. При наличии такой справки не принять ваше заявление – это уже преступление со стороны представителя полиции. Вы тоже об этом должны знать. На самом деле закон отреагирует очень мягко. Скорее всего, после вашего заявления к вам в дом придет участковый для того, чтобы провести беседу с абьюзером. Чаще всего эта беседа носит несколько формальный характер. По результатам беседы участковый принимает решение наложить штраф на этого абьюзера или не накладывать штраф. Это административный штраф 5000. Эти 5000 уходят даже, поверьте, непобитой женщине, государству. Но однажды написав это заявление, вы фиксируете факт домашнего насилия, фиксируете в документах, фиксируете в системе. И если факт домашнего насилия повторяется, и ваше заявление появляется, вы снова пишете заявление, вот здесь уже всерьез государственная машина может подключиться в качестве возбуждения уголовного дела, либо по факту истязания, либо по факту причинения телесных повреждений. А это, кстати, уже даже не условный срок. Чаще всего это срок вполне настоящий. Поэтому я понимаю, как женщинам бывает страшно, но иногда это лучше делать. Это сбережет ваши жизни. И в самом начале нашего эфира я говорил, не надо бояться, надо рубить такие отношения, прежде чем вам отрубили руки. И всегда думайте о том, что как я останусь без дома, мертвым, жилье не нужно. Как я останусь без денег, мертвым, деньги не нужны. Поэтому думайте о своей жизни и о жизни своих детей. Если уж так получилось, что в вашей жизни появился абьюзер. Давайте дальше. А что делать, если отчим избивает меня и маму и не разрешает рассказывать? Конечно, он не разрешает рассказывать. Конечно, большинство этих абьюзеров – это ссыкунишки натуральные, которые очень боятся того, что эта информация будет обнародована. Они очень боятся полиции, они очень боятся мнения соседей. Поэтому бояться вам не нужно. Пишите заявление в полицию.
Привет из Жлобина, и вам тоже привет. Здравствуйте, хочу спросить у вас, все, что вы показываете, это актеры или же реально происходит? 100 раз уже на этот вопрос отвечал, там кто-нибудь ответьте. Так, у нас тут какой-то Степан, ты мальчик с маленьким членом, что ли? Тебя не замечают там в школе? Ну иди успокойся, напишите ему там что-нибудь, сейчас я его удалю нахрен. Так, этого в бан. Так, ребята, пожалуйста, без цензуры, травмпункт или районная поликлиника? Смотрите, хороший вопрос, травмпункт или районная поликлиника? На самом деле закон не регламентирует, где вы снимете побои. Если вы окажетесь в любом медицинском учреждении, которое ближайшее к вам, они вам либо выдадут этот документ, либо сами вас перенаправят. То есть они вызовут скорую, она вас отвезет в нужное учреждение. Да, и вы должны понимать, что если в процессе опроса врачом вы говорите, что вас избили, автоматом идет заявление в полицию. Вы должны понимать, автоматом идет телефонограмма в отделение полиции. Иногда девушки перегибают палку, требуют айфоны, машины, квартиру, способом манипуляции. Возникает вопрос, вам айфон нужен или сам мужчина? По поводу насилия согласен, это ненормально, я за справедливость. Руслан, друг мой, послушай меня сейчас внимательно, тему, которую ты поднял, я ее отчасти уже на нее ответ дал. К сожалению, воспитание девочек оставляет желать лучшего. Ты в ближайшее время сам скоро станешь отцом, у тебя у самого, возможно, родится дочь. И вот тогда мы и посмотрим, чему ты ее научишь. Она будет относиться к мужчине, как к человеку, с которым она... плечом к плечу пройдет всю свою жизнь, родит детей, будет счастлива, у нее будет дом свой, да? Или она будет относиться к мужчине как к источнику доходов для того, чтобы она могла там все ногти делать, там причесочки и приезжать туда на собственном Каене. Вот весь вопрос этого воспитания. Насколько адекватны девочки, это вина родителей, но не только. Я вам только что привел пример. Это медийное окружение, то, что девочки слышат, читают и видят в телевизоре, в интернете. Это просто какой-то кошмар. Просто кошмар какой-то. И в данной ситуации, если опираться на мои слова о том, что сам мужчина несет ответственность за принятое решение, раз тебе девочке не нравится, если ты находишь ее, ну скажем так, коммерчески ориентированной, если ты находишь ее пустой, но при этом... ты все-таки связал с ней свою жизнь, тебе принимать решение. Ты вообще собираешься быть с ней? Если нет, ну так и объясни, извини, нам не по пути. Нам не по пути, нам надо расстаться. Для этого не обязательно ее избивать. Для этого не обязательно ей манипулировать или там психологически оказывать давление. Нет, ты просто должен принять волевое мужское решение. Послушай, подруга, нам с тобой просто не по пути. Все, разошлись. Это твое должно быть решение. А жаловаться о том, что девочки ради секса просят у тебя айфон, может, ты не там девочек ищешь, может, не в той среде? Задумайся об этом. Так, Влад, вы замечательный, я обычный абсолютно дядька. Никакой закон, никакие органы в этой стране не способны защитить слабых. Власть преступна, как вы можете договориться с преступниками. Ваши усилия равны нулю. Влад, свою энергию. Дальше не читается. В общем так, если вы считаете, что я живу по этому принципу, как вы, что типа ни с кем договориться нельзя, вы сильно ошибаетесь. Вы сильно ошибаетесь. Давайте не будем думать, что власть, на которую вы сейчас жалуетесь, что это какие-то инопланетяне, которых к нам прислали с Марса. Власть – это люди, это ваши родственники, это ваши знакомые, это люди, с которыми вы учились в школе и в школьном буфете делили компот. Вы думаете, это с другой планеты, что ли, прилетели? Это такие же, как и вы, люди. Понимаете? Это вы им позволяете жрать в хавальник свой из этого корыта государственных денег, просто относясь к этому. Давайте не будем на это внимание обращать, с ними же нельзя договориться. Мы не будем с ними договариваться. Мы будем их ставить перед фактом. Мы будем их ставить перед фактом, какие законы для народа надо принимать.
И вот я сейчас как раз вам и говорю, вот я сейчас колочусь, я пытаюсь достучаться до депутатов, чтобы был вынесен закон о криминализации домашнего насилия. Если я буду относиться к жизни так же, как и вы, то кроме меня этого никто не сделает. Никто. А если вы будете объединяться со мной, мы будем писать документ, а у этого документа будет 100 тысяч подписей. Вы понимаете? 100 тысяч подписей. Не заметить этот документ будет невозможно. А если вы вот так вот отнесетесь к этому спустя рукава, то очередной раз вы сделаете подарок Министерству внутренних дел, что домашним насилием можно не заниматься. Ну, убили женщину, ну, давайте его посадим за убийство. А за то, что он ее истязал перед убийством 5 лет, истязал ребенка, ну, что теперь? Останется без ответа. А что делать, если мать позорит при всех, просто у моего брата такое было? Я еще раз повторю, вопрос домашнего насилия очень непростой. Это очень непростой вопрос. Я в большинстве случаев, да не в большинстве, я конкретно говорю, что во всем виноват мужчина по одной простой причине. Он должен взять на себя ответственность. Вот ваш брат, если он считает, что его супруга позорит семью при всех, его право, как мужчина, сказать, все, хватит. Мы с тобой жить вместе не будем. Мы не будем, я не хочу, чтобы ты позорила мою семью. И принять волевое решение. Как детей воспитывать? Обращайтесь в суд, обращайтесь в опеку. Доказывайте, что вы имеете право тоже воспитывать детей. Потому что у нас по практике, по судебной, дети остаются с матерью. Вы не должны быть животным, не давая возможности матери ни единого шанса общаться с детьми. Это тоже неправильно. То есть вы должны быть великодушны. Великодушие – это тот козырь, который есть у мужчины, но только у настоящего. У пуделей таких козырей никогда не было. Привет из Норильска. Вы самый добрый человек. Я добрый человек, вы меня плохо знаете. Я вам сейчас вот что скажу. Я очень часто в своем блоге слышу о том, что Влад, давай там баллотируйся в депутаты, давай там типа государственную должность какую-то занимай. А я вам говорю, вы вообще хорошо подумали, что вы меня хотите, чтобы я занял какую-то государственную должность? Вы серьезно? Я человек очень недобрый. Я объехал всю страну, и я вам скажу так. Первое, что меня поразило, народ у нас не хочет работать. И вот если я эту государственную должность займу, вы поверьте, я приложу огромные усилия, чтобы заставить вас работать. Заставить производить надбавленную стоимость внутри страны, а не отправлять денежки за рубеж, покупая импортные товары. Вот чем я займусь. Так что будьте осторожны с желаниями. Они имеют иногда на такую неосторожность исполняться. Так, меня муж бывший бил так, чтобы никаких следов не оставалось. Это не аргумент. А психологическое давление тоже фиксируйте. Вы можете обратиться в поликлинику или в медпункт и попросить психиатра. И попросить пригласить психиатра. И зафиксировать, что на вас было оказано психологическое давление. Хороший вопрос. Влад, отойду от темы. В соцсетях от твоего имени просят денег на лечение Миши. Ребята, все, кто это видят, делайте максимальный репост. Я никогда ни у кого не просил никаких денег. Я взрослый дядька, я хорошо зарабатываю. Я сам всем раздаю, всем. Я очень многим людям помогаю. Но я никогда ни у кого не просил денег. Особенно лечение Миши. У Миши все в порядке, кстати. По поводу побоев, они происходят и в нетрезвом состоянии, раньше был вытрезвитель 15 суток. Ну, недостаток законодательства мы уже обсудили. Вам сигара крайне не идет, а выбросить не мешало бы. Давайте вы мне не будете говорить, что мне делать, а я не буду говорить, куда вам идти. Спасибо и на этом. Зачем вы так оскорбляете этого человека, если вам не нравится контакт? Ну, это, наверное, не в мой адрес. Так, ваша передача супер, смотрю вашу передачу, привет, добрый день. В Самаре бываете? Да, в Самаре я бываю, по работе. Так, направьте в другое русло, это все бесполезно, госмашина не работает, так дочитаю до конца. С целью защиты она работает, с целью нападения, это факт. Нет, не факт, я уже только что вам объяснил. Если я буду мыслить так же, как и вы, то никто этого не сделает. Я мыслю не так, я мыслю...
теми категориями, что кто, если не я. Если не я донесет до чиновников о том, что законы надо менять, кто, если не я, соберет мнение простых людей, какими должны быть законы, обсудит это с людьми и даст конкретные указания депутатам, какие законы надо вносить на рассмотрение. Вот если я этого делать не буду, то так все и останется. Влад, вам такие матерные комменты пишут в данный момент в прямом эфире. Как вы с такими боретесь? Да никак я не борюсь. Вы понимаете, я живу по другому принципу. Сколько ни кидай в меня говняшки, они ко мне не прилипают. У меня же есть внутреннее понимание, что я делаю. А если кто-то там с психикой не дружит, я что, должен танки, что ли, туда развернуть? Ребят, прекратите. Что делать, если парень бьет, но полиция ничего не делает? Для начала вы должны все-таки написать заявление в полицию. Если оно было, но полиция не реагирует никак, пишите жалобу в прокуратуру. По-другому никак. С системой лучше не бороться. Надо использовать саму систему для того, чтобы она заработала. Не работает участковый, значит, пишите в вышестоящую организацию жалобу. Если жалоба приходит опять к участковому и ничего не происходит, значит, идите в городскую, в районную, в областную прокуратуру и пишите жалобу на нижестоящие органы. И пусть их там по цепочке поимеют, чтобы они хоть какое-то движение сделали. Привет с Казахстана. И вам тоже доброго здоровья. Салам алейкум. И вам алейкум салам. Привет из Благовещенска. И, слушайте, Благовещенск, у вас, наверное, там уже ночь, наверное, да? У нас разница во времени часов 8, наверное, или 9 даже. Очень интересуюсь, почему вы не пользуетесь последней моделью айфона. Она же вам больше поможет в работе. Это в какой работе она мне поможет? Она просто стоит будет в 5 раз дороже, чем я покупаю телефон. Я чуть понять не могу. Я телефоном звоню, если кто не знал. Просто какие-то файлы отправляю. Я не снимаю ролики в ТикТоке. Я не делаю никаких дизайнерских там фотографий. Я не занимаюсь фотошопом. Последняя модель айфона – это чистый маркетинг. Вы платите 90% стоимости телефона просто за то, что там есть яблочко. Думайте об этом иногда. Недавно был случай, провели с одним беседу. Полиции отпустили, а он домой пришел и убил жену свою, пока не будет закон. Согласен, друг мой, согласен. В этом и есть проблема, что провели беседу, он пришел домой и убил свою жену. Есть в этом проблема. Именно поэтому, то, что я неравнодушен к судьбам простых людей, я собираюсь и делаю уже то, что делаю. То есть я тыкаю депутатов, чтобы они принимали нужный и правильный закон. Привет из Киргизии уже было. Так. Так, из участка дают направление к судмедэкспертам для снятия побоев. Смотрите, вы сейчас рассмотрели, скорее всего, вот какой вариант. Когда побои уже случились, и вы вызвали полицию, полиция приехала, и, скажем так, в самый горячий момент. Вы еще заявление не писали, но полиция видит и так, что вас избили. Вот именно в этот момент они у вас примут заявление, и параллельно с этим они вас отправят в какое-то медучреждение для того, чтобы вы сняли побои. Только для того, чтобы у полиции был аргумент этого негодяя закрыть. Других вариантов нет. А если девочка содержит полностью мальчика, это как? Это как? Даже не знаю, как это назвать. А если девочка содержит мальчика, а если женщина содержит мужчину? Это очень плохо. Это очень плохо. Это что это за такие отношения, когда женщина из жалости или девочка из жалости общается с каким-то мальчиком, которого нужно содержать? Просто он не готов ни к каким отношениям. Пусть пока походит без секса, походит без пары, научится работать, научится зарабатывать деньги. Только поэтому, после этого у него появится пара. Наверное, так надо рассуждать.
Домашний тиран — это слабак, это даже не мужчина. Полностью поддерживаю. Это правда. Можно ли получить компенсацию от учителя за оскорбление, которое может быть и не оскорблением? А вам это зачем? А вам это зачем? Я вот только что вам рассказывал о том, что с воспитанием у мальчиков и девочек серьезные проблемы. Почему? Потому что у мужчин пропали мужские социумы. Пропал двор, пропала улица, пропали спортивные секции, где тренера чему-то учили, в том числе и школа. Давайте я вам напомню. Раньше в школе были преподаватели и учителя, которые были педагоги. И это они разговаривали с родителем и говорили, что им надо делать. Что происходит сейчас? Сейчас учитель не является педагогом. Сейчас учитель оказывает платную услугу по обучению вашего чада. И вы сами приходите, поскольку вы платите за обучение, говорите: так, вот это надо сделать, вот это уберите, а вот это добавьте. Вы ведете себя с учителями, как в парикмахерской. А это неправильно. И эту систему тоже надо менять. Так, Новая Квасниковка, здравствуйте, Влад, и вам в Новой Квасниковке здрасте. Ага, хорошая тема. А что делать, если за материнский капитал приобрела дом, живя с сожителем? Не были расписаны, но он был там прописан, мы с ним разошлись, после этого он влез в дом и... попросил имущество, как можно его наказать? Ну, исходя из того, что коротенькое СМС, я подозреваю, что, получив материнский капитал, ваш сожитель уговорил купить конкретно этот дом, где он был прописан. Это мошенническая схема. Поэтому решить этот вопрос можно только через суд, других вариантов я не вижу. Влад, это Руслан опять мне пишет. Спасибо за ответ на вопрос. Я расстался с этой девушкой и принял решение. Я на девушек никогда руку не поднимал. Я сам по образованию юрист. Руслан, молочага, сам так делай, другим людям объясняй. Ну, я примерно так и говорил. В 20-21 веке нормальных мужчин нет, если есть, то около 10%. Ну, конечно... Может, это, конечно, вы рисковато говорите, но количество особей мужского пола и настоящих мужчин – это неравные цифры, чтобы вы знали. Очень многие мужчины стали врать, не договаривать. Женщины пытаются добиться правды, а некоторые мудаки, не зная, как ответить, распуская руки, разучились разговаривать. И это правильно, друг мой, разучились разговаривать, разучились находить компромисс, разучились объяснять друг другу. Я, конечно, тоже против того, что женщина лезет в телефон к мужчине, я против того, что она там спрашивает все подряд, проявляя ревность, где был, с кем общался, чем от тебя пахнет и так далее. Находиться в семье — это должно быть определенное доверие. Ну хорошо, но вычислила ты, что он с другой бабой. Что ты починила? Что ты исправила этим, то, что ты вычислила? Ускорила процесс, что вы разойдетесь? Думайте, прежде чем что-либо делаете. Влад, помогите, пожалуйста, правоохранительные органы не хотят помочь. Кому только не писала, бесполезно. Значит, ну, я очень с опаской отношусь к таким сообщениям. Кому я только не писала, писал даже президенту, но поможете только вы. Тут два варианта. Либо проблемы, которые ты сейчас мне пытаешься подать, либо ерундовая, высосанная из пальца, либо ситуация, в которую ты сама влезла, и кроме тебя ее никто не решит. И второй вариант, ну просто ты пишешь, может быть, не так. Напиши мне на сайт, пусть мои юристы посмотрят, насколько это все адекватно. Привет из Калининграда, и вам тоже привет. Так, прекратите меня хвалить, я просто смущаться начинаю.
Чем выше давление, тем крепче бетон. Это ты сейчас про кого, Саша? Это если ты про женщин, что ты давление оказываешь на них, а они становятся крепче, как бетон. А я тебе другой пример приведу. Про пружину. Чем ты ее круче сгибаешь, тем больше костей она тебе потом наломает. Домашнее насилие бывает не только в отношениях мужчина-женщина. Домашнее насилие еще бывает в отношении детей и пожилых родителей. Тема очень серьезная. Согласен с вами. Согласен. Тема очень серьезная. И, к сожалению, часто сталкиваюсь с тем, что великовозрастные недотепы, и мужчины, и женщины очень часто эксплуатируют родителей, живут на их пенсии, бухают, ведут антиобщественный образ жизни. И защитить родителей, к сожалению, некому. Но хорошая тема, я буду думать, как к этому подключиться. Для правильного воспитания, наверное, надо менять и школьные программы, которые будут рассказывать об этикете, отношениях. Такие программы должны быть бесплатными, потому что сейчас все платно. Согласен с вами, согласен. Это даже не программы должны быть, это просто должно исходить от учителя, от преподавателя. Ждем в Калужской области. Может быть, заеду. Кабардинец, брат мой, огонь. Салям алейкум, друг мой. Как вам на Камчатке? Хорошо было? Да, Камчатка шикарный просто край. Я очень надеюсь, что в ближайшее все-таки время начнется какая-то работа превратить Камчатку в туристический центр. Я, конечно, понимаю, лететь к вам чертовски далеко. Это 10 часов или 11 часов я туда летел. Это было очень трудно. Но оно того стоило. Камчатка – это просто жемчужина России. Так, я наткнулся на многие страницы Влада, в том числе и в Одноклассниках. Сидит мужик, пишет от имени Влада. Меня нет в Одноклассниках. Еще раз говорю, пишите в администрацию, что это фейковый аккаунт, и не реагируйте. Если один раз ударил, значит, дальше будет бить. Уходить надо сразу, пока не искалечил или не убил. Дина Исаева. Дина, ты правильно абсолютно говоришь. Второго шанса давать нельзя. Один раз ударил, рубите такие отношения, пока вам не отрубили руки. Привет из Астаны. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Бакош. Он ваш фанат, ему 9 лет. Бакош, здравствуй. Слушайся родителей и веди себя хорошо. Тебе привет от меня. В каких случаях развод возможен быстро? Домашнее насилие – аргумент для судьи. Послушайте, у нас сейчас институт брака – это некое акционерное общество закрытого типа. Поэтому сейчас разойтись – это достаточно простая история. Можно разойтись даже при отсутствии ответчика. Другой вопрос, что если у вас есть совместно нажитое имущество, развод превратится в долгую бодягу. Вот тут один подписчик вот сейчас говорил, разучились разговаривать, разучились находить компромисс. Вот разговаривайте, находите компромисс и разводитесь. Большой привет из Сербии, Влад. Всяко вечер на рабочий день. Смотрим Аришала. Ну надо же, нас смотрят в Сербии. Вам тоже большой привет. Имеет ли смысл делать репосты с инфой о случаях домашнего насилия? Это дает резонанс. Я не могу вам сказать или дать совет, стоит ли делать репосты с такого рода пабликов. Ну, давайте начнем с того, что у вас нет гарантии того, что это не фейковый паблик. Это раз. Нет гарантии того, что кто-то пытается очернить другого человека, а вы отчасти примете в этом участие. Поэтому будьте с этим осторожны. Но я знаю случай, когда одна девушка, которую избивал парень,
написала, точнее не написала, а в момент избиения она попала в один видеочат. И другие люди, которые это все увидели, не приняли это за шутку. А одна девушка вызвала полицию. И девушку спасли, потому что парень при себе имел нож и уже одно ножевое ранение девушке нанес. Жизнь девушки спасли. Так что будьте осторожны. Привет с Финляндии. Неожиданно, неожиданно. Напишите, как там по-фински. Здравствуйте. Привет с Туркменистана. И вам тоже привет большой. Привет из Грузии, из Удмуртии, из Белграда. У меня такое ощущение, что нас за границей смотрят больше, чем в России. Мария, спасибо за эфир. Сегодня день рождения. Но для вас всегда время найду. А, с днем рождения, Маш. Так. Привет из Москвы. Без закона такого женщина... Непонятно. Бесполезно, потому что плохо читается. Не делайте ошибок, у меня и так зрение плохое. Когда читаю с ошибкой, мне совсем трудно. Привет из Владивостока. Смотрю вас не так давно. Даете много полезной информации, за что и спасибо. За добрые слова вам тоже. Так, привет из Улан-Удэ. Хорошая фраза. Влад, а если у тирана есть крыша? Так, ну давайте я вам еще напоследочек, у нас осталось 5 минут буквально, расскажу вот что. Значит, я хочу, чтобы в конце этого прямого эфира вы усвоили следующее. Значит, у меня за спиной есть крепкая команда юристов, которая помогает мне решать вопрос с домашними насильниками, с абьюзерами. К нам можно обращаться за помощью, и мы будем помогать. У меня за спиной есть еще одна команда крепких ребят, которые могут с этими абьюзерами вступить в предметный диалог. Если что-то человек диалога непригодный, могут его направить в правильное русло. И неважно, какая у него крыша. Объяснение этому очень простое. Я стараюсь не брать денег с женщин, которые обращаются за помощью. Но деньги мне за это платят те люди, против которых мы и выступаем в суде. То есть люди, которые, то есть мы готовим документы так, чтобы люди финансово пострадали. И чем круче там абьюзер, тем для нас лучше. Вот как-то так. Так, ну все, вопросы уже повторяются, уже и даже приветы повторяются. Значит, давайте в оконцове договоримся вот о чем. Значит, в ближайшие 2-3 дня я повешу пост с ответами на ваши вопросы. Те вопросы, которые я отобрал. Это порядка 20 вопросов. Постараюсь это сделать квалифицированным. Приглашу юристов, приглашу сотрудника прокуратуры, опера, приглашу участкового и следователя, чтобы они дали свои комментарии, как со стороны системы выглядят ваши действия, что вам нужно делать с точки зрения системы. И в качестве памятки повешу у себя на сайте vladchizhov.ru, повешу у себя в паблике. Второй момент, значит, есть некий паблик, значит, я ссылку на него тоже повешу. В этом паблике прекрасная женщина Катя, которая готова пообщаться с женщинами, жертвами домашнего насилия в качестве, ну скажем так, психологической поддержки. Возможно, вам это будет полезно, вот, поэтому в любом случае у сегодняшнего разговора есть результат. И давайте сделаем вот как. Пусть это будет первый шаг в обсуждении этой проблемы. И если кто-то из вас, кто находит мои слова разумными, и если вы меня поддержите в том, что мы собираемся делать, да, изменение закона, да, внести в Госдуму проект о криминализации домашнего насилия, и если у нас будут сложности, я буду обращаться к вам. Значит, нужно будет подписывать петиции, нужно будет подписывать требования какие-то. И если мы сами этого не сделаем, за нас это не сделает никто.
С вами был Влад Чижов. Рад был со всеми вами пообщаться. До скорого.